stand by 20 seconds 15 seconds 10 5 seconds 2 and action На прошлой лекции мы рассмотрели удивительное пророчество Даниила о 2300 пророческих днях или буквальных годах. Это великое пророческое время простирается со времени правления Медоперсидских царей вплоть до нашего времени. Даниилу был показан в видении большой период истории. Однако нашей целью является не просто изучение информации для того, чтобы мы могли сдать экзамен по древним цивилизациям. Даниил имел в виду нечто более важное. Он желал показать, что Бог очень заинтересован в истории нашего мира. И хотя иногда кажется обратное, Бог управлял и будет управлять событиями от начала до конца. От 2300 летнего периода был отрезан период в 77 Вы помните, что 77 начали с повеления царя Артаксеркса, но основным в этом пророчестве является предсказание о пришествии Мессии во время окончательной седьмины. Здесь мы видим, как служение Иисуса Христа было описано несколькими стихами, которые были предсказаны за много столетий. Мы рассмотрели, что произошло в начале 2300 лет, а теперь нам необходимо рассмотреть, что произойдет в конце этого периода. Когда же окончится этот период? На 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Данила 8.14. Но что такое святилище? Для чего оно было построено? Актуально ли оно для нас сегодня? Первое святилище было построено тогда, когда израильтяне, освободившись от египетского рабства, находились в пустыне Бог повелел израильтянам построить святилище, чтобы он мог обитать посреди них. Святилище, расположенное в середине стана, должно было всегда напоминать им, что Бог был среди них. Это постоянное напоминание было жизненно необходимым, учитывая то окружение, в котором они жили. Египетская культура, которую они только что оставили, постоянно мешала им в поклонении Богу. Говорит доктор Лоренс Тьюмер, преподаватель Ветхого Завета. Египтяне поклонялись многим богам. Современные египтологи до конца не знают, какое количество божеств было у египтян. То же самое можно сказать и о хананеях. Для них боги были видимы в природе. Таким образом обожествлялось почти все, что окружало их. Лягушки, коты, собаки и другие животные. Все это для египтян было проявлением божества, а в Ханаане, где поклонялись природе, было даже трудно провести разделение между божеством и природным явлением. Например, Бог дождя и сам дождь отождествлялись. Неотъемлемой частью религиозного поклонения было приношение жертв. Жертвоприношение животных и пищи было типичным во многих религиях, но в язычестве приносились еще и человеческие жертвы. Например, здесь, в Петре, был построен жертвенник, где приносили кровь в жертву. Это углубление в камне позволяло крови стекать. Религия Израиля была полной противоположностью этим языческим обрядам. Она полностью отличалась от религии египтян и хананиян. Большая разница между религией израильтян и их соседей египтян заключалась в том, что у израильтян не было идолов. В этом Израиль был уникален, потому что все другие нации имели идолов. Самое главное, что Бог показал Себя миру не посредством деревянных или металлических идолов каких-либо иных изделий, но посредством исторических событий, истории исхода. Он открыл Себя миру через личный опыт. Он открыл Себя миру посредством разумного языка, посредством Писания. Поэтому сама природа Бога израильтян была полной противоположностью природы языческих божеств. Возможно, вы зададитесь вопросом, какое отношение все эти боги, святилища и храмы имеют к нам, живущим в современном мире. Не нужно далеко ходить, чтобы понять, что мы все еще поклоняемся многим богам сегодня. Как и сегодня, внимание израильтян было приковано к тому множеству божеств, которые окружали их. Именно от этих богов Небесный Бог желал освободить свой народ. Поэтому Он повелел им построить святилище, где бы Он мог обитать среди них и развивать дружеские отношения с ними давайте пригласим Джеффри Йолдена, который представит тему о древнем еврейском святилище. Большое спасибо за аплодисменты. Наша сегодняшняя тема, записанная в книге Даниила, весьма важная. Я приветствую тех, кто находится сегодня в зале, а также тех, кто смотрит эту видеопрограмму. Фактически, сегодняшняя тема о святилище представляется весьма увлекательной. В ветхозаветние времена Господь повелел израильтянам построить святилище, чтобы они могли наглядно понять план спасения. Во время этой лекции мы увидим, почему святилище является актуальным для нас, живущих сегодня – мы увидим, как служение в ветхозаветнем еврейском святилище относится к нам, живущим в последние дни. Вы помните, что весь об очищении святилища является апогеем восьмой главы книги Даниила и пророчества о 2300 днях, которое завершилось в 1844 году. Заметьте, что говорит Даниил в восьмой главе 14 стихе. «И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Прежде чем мы поймем, что Даниил имел в виду, говоря об очищении святилища, нам необходимо выяснить, что такое святилище. Возвращаясь к книге Исход, мы сможем понять, почему Ветхозаветнее святилище играло такую важную роль в израильском народе. Позвольте прочитать вам стих, и устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Книга Исход 25.8. Вся система жертвоприношений была установлена Богом и дана израильтянам, чтобы они наглядно могли понять, как они получают прощение грехов. Согрешивший приносил животное для жертвы. В основном это был ягненок, который закалался на жертвеннике всесожжений. Священник брал немного крови жертвенного животного и кропил ею во святилище, символически перенося грех согрешившего на ягненка и на святилище. В этом заключается важный урок, который израильтяне должны были помнить. Согрешивший находил прощение своих грехов в восвятилище. Вся система была предназначена для того, чтобы люди могли понять, как Бог решает проблему греха. Этот обряд проходил каждый день и поэтому стал называться ежедневным служением. Моисей не устанавливал святилище по своему желанию, но он построил его согласно того плана, который был дан ему Богом на горе Синай. Земное святилище было прообразом небесного. Заметьте, что говорит Павел в послании к евреям, 8 глава 5 стих которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скини. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. В Священном Писании говорится только о двух святилищах одно небесное, а другое земное. Земное святилище или святилище Моисея было всего-навсего образом или тенью Небесного. С другой стороны, в земном святилище служения выполнял земной священник согласно постановлению церемониального закона. Это земное священство было прообразом священнического служения Иисуса как нашего первосвященника. Давайте посмотрим, как было устроено святилище, чтобы проследить взаимосвязь событий для нас, живущих в настоящее время. Если бы мы попали в израильскую семью и посмотрели, как они совершают служение в святилище, что бы мы ожидали увидеть? Наверное, мы бы увидели нечто отличное от того, что происходит в современных церквах или синагогах. Если сегодня в церкви мы слышим благоговейное и тихое пение псалмов, или же вообще тишину, то в Ветскозаветнем святилище мы бы услышали различные звуки и почувствовали различные запахи. Святилище состояло из трех основных отделений. Первое – это внешний двор святилища, который занимал пространство вокруг Скинии, а внутри самой Скинии находилось два отделения – святое и святое святых. Во дворе скини находились жертвенник всесожжений и умывальник, в котором омывали жертвенные животные. Внутри, во святом отделении, также находился жертвенник курений, семисвечный светильник и стол для специальных хлебов. Этот стол называли столом для хлебов-предложений. За жертвенником находилась завеса, которая разделяла отделение святое от святого святых. И хотя святое святых было наименьшим отделением, оно играло самую важную роль во всем служении. Здесь находился ковчег завета с изображением небесных существ на крышке. Внутри ковчега был положен закон Божий, а над ковчегом находилась слава Божия. Подобно современным израильтянам, древний Израиль имел много праздников и торжественных служений, но среди всех служение во святилище играло основную роль. Праздники были своего рода дорожными указателями, напоминающими им, откуда они пришли и куда идут. Основными среди них были... Пасха, которая праздновалась в честь освобождения из египетского рабства, Пятидесятница, праздник Кущи и праздник опресноков, напоминающий им о жизни в пустыне. Во время этих трех праздников все израильтяне отправлялись в Иерусалим. Однако из всех праздников один соблюдался с особым благоволением. Он назывался Йон-Кипур или День Искупления. Это был великий день всего года, день суда. В этот день весь израильский народ исследовал свои сердца и исповедовал свои грехи. В этот день и только в этот день Преосвящения входил во святое святых и предстоял перед Ковчегом Завета в присутствии самого Бога. Этот день был настолько важным и величественным, что во время нашей следующей лекции мы рассмотрим его более подробно. Важно помнить, что святилище, построенное израильтянами, было не единственным. Подобно земному святилищу существует небесное святилище, поэтому пророк Михей мог сказать «Слушайте все народы, внимай земля и все, что наполняет ее. Да будет Господь Бог свидетель против вас, Господь из святого храма своего». Михея 1 глава 2 стих. Обратите внимание на слова Михея. Пришествие Господа из святого храма. И так становится очевидным, что речь идет не о земном храме или святилище, но о небесном. А в восьмой главе послания к евреям мы читаем, главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого пересвященника, который восел одесную престола величия на небесах, и есть священодействователи святилища и скини истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Евреям, 8 глава, 1-2 стихи. Служение в земном святилище было направлено на то, чтобы дать нам представление о происходящем в небесном святилище. Во время нашей следующей лекции мы рассмотрим, почему так важно понимать, что происходит в небесном святилище сейчас. Однако, как осуществлялось служение в земном святилище? Если святилище состояло из трех отделений, какое служение выполнял священник в них? Какое отношение имеет служение в земном святилище ко Христу и к библейским пророчествам? Основным служением в святилище в любой день недели было жертвоприношение. Существовало три основных вида жертв. Давайте рассмотрим их для того, чтобы понять, что они говорят нам о Христе. Говорит доктор Лоренс Тьюмер. Прежде всего была жертва всесожжений, когда жертвенное животное полностью сжигалось на жертвеннике. Это демонстрировало, что жертвоприношение было полным даром Богу. Второй вид жертвоприношений назывался жертвой повинности. В этом случае только часть жертвенного животного сжигалась на жертвеннике, а вторая часть животного делилась между священником и приносящим жертву. Итак, эта жертва делилась между Богом, священником и приносящим жертву. Третий вид жертвы ⁇ жертва за грех. Хотя все жертвы косвенно указывали на грех, все-таки только жертва за грех была напрямую связана с проблемой греха. Это были три основные вида жертвоприношений. Приношение Богу, принятие участия и общения с Богом и получение прощения грехом. Перед вами Виа де улица, по которой, как говорят, шел Иисус на распятие. Это место расположено за пределами города. Все, что произошло в ту страшную пятницу, имело непосредственное отношение ко всей системе жертвоприношений. И действительно, все служение во святилище было предназначено для того, чтобы указать людям на Иисуса и на его план спасения. Вот поэтому тема святилища остается насущной и требующей изучения. Поскольку израильтяне находились в Синайской пустыне, Господь повелел построить им такое святилище, которое можно было переносить, то есть оно было как палатка. Подробная информация о том, как они строили святилище, записана в книге Исход с 25 главы по 40. Перед вами макет святилища. Итак, рассмотрев внимательно это ветхозаветнее святилище, мы сможем заметить детали, которые Бог предусмотрел, давая повеление построить святилище. Святилище состояло из трех отделений. Прежде всего, внешний двор святилища, где был расположен жертвенник всесожжений. Второе отделение – святое. И третье – святое святых. Здесь во дворе, как вы видите, находился жертвенник, называемый жертвенником всесожжений. За ним был расположен умывальник. Во святом отделении находились следующие предметы. Семисвечный светильник, стол для хлебов предложения и жертвенник курений. Во святом святых, которое являлось третьим отделением святилища, находился только ковчег завета, внутри которого были десять заповедей. Как вы видите, ковчег покрывался крышкой благодати, в результате чего и справедливость, и закон десяти заповедей указывали на неотъемлемое единство. Если внимательно посмотреть на крышку благодати, можно заметить двух херувимов, а между двумя херувимами было расположено облако славы, место, где обитал сам Бог на земле. Когда израильтянин согрешал, он приносил ягненка в это отделение святилища, то есть к жертвеннику всесожжений. Именно здесь он получал прощение грехов. Давайте рассмотрим, как это происходило. Согрешивший приносил ягненка, возлагал руки на голову ягненка и исповедовал свой грех. Затем ягненка заколались здесь на жертвеннике всесожений. Затем священник брал кровь жертвенного Агнца и кропил ею завесу, разделяющую святое и святое святых. Итак, символический грех переносился с грешника на ягненка и с ягненка через его кровь во святилище. Это очень важный момент, который необходимо помнить, потому что в ветхозаветние времена именно здесь во святилище грешник находил прощение своему греху. Итак, целью служения во освятилище являлся перенос вины или вины за грех, согрешившего на жертвенное животное. Этот обряд, конечно, происходил изо дня в день, и, как мы уже отметили раньше, назывался ежедневным служением. Как вы помните, согласно Священного Писания, не Моисей был инициатором создания земного святилища. Напротив, это святилище было построено по плану, который был показан ему на горе Синай. Давайте прочитаем слова Священного Писания. «Все, как я показываю тебе, и образец скини, и образец всех сосудов его, так и сделайте. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе. Исход 25, 9, 40. Господь показал Моисею образец, когда тот был на горе Синай. Поэтому Бог является автором святилища. Давайте теперь прочитаем слова, записанные в Новом Завете в послании к евреям, 8 глава, 5 стих которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Итак, земное святилище было сделано по образцу небесного. В Священном Писании говорится о двух святилищах, о небесном святилище, которое является настоящим и истинным, и о земном святилище, которое является образом или тенью небесного. Одно было построено Богом, другое – человеком. Одно было реальным и вечным святилищем, другое – временным до того, как Иисус придет на землю. В небесном святилище сам Иисус является первосвященником. Заметьте, что записано в послании к Евреям 4.14. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Земное святилище является прообразом небесного, и земное служение священников было прообразом или тенью того служения, которое совершает наш первосвященник в небесном святилище Иисус Христос. Вот почему понимание, что такое святилище, так важно. Изучая тему о святилище, мы не просто изучаем историю Израиля и систему жертвоприношения израильского народа, мы изучаем эту тему для лучшего понимания служения Иисуса Христа. Все священники, которые совершали служение в земном святилище, указывали на Христа и Его служение в небесном святилище. Они были посредниками между Богом и людьми. Но в Новом Завете Христос занял место каждого из этих священников». Поэтому термин «священник», используемый в Новом Завете в единственном числе, указывает лишь на одного священника, на нашего Господа Иисуса Христа, который осуществляет посредническое служение в небесном святилище. Ибо все священники земного святилища также указывали на Иисуса, нашего первосвященника. Обратите внимание на слова апостола Павла к Тимофею, 2 глава, 5 стих. Ибо один Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. В настоящее время мы не имеем другого священника, как только Иисуса Христа, который ходатайствует за людей в небесном святилище. Другими словами говоря, нет больше необходимости в служении земных священников, потому что это служение пришло к своему концу тогда, когда сам Иисус стал нашим великим первосвященником. Более того, каждый священник, который совершает служение в земном святилище сегодня, отвергает посредническое служение Иисуса, и всякая церковь, которая имеет священническое служение своими действиями, отвергает истину о служении Иисуса в небесном святилище. Это служение в земном святилище, существовавшее в отказоветние времена, указывало на Иисуса» потому что Христос исполнил каждый аспект этого священнического служения. Давайте еще раз рассмотрим, что происходило. В Ветхом Завете, когда согрешивший приходил к святилищу для получения прощения за свой грех, он становился прямо перед жертвенником всесожжений. Здесь он возлагал руки на голову ягненку и, и исповедовал свои грехи. Если посмотреть по прямой, то можно заметить, что на этой же линии были расположены 10 заповедей во святом святых. Он согрешил, нарушил одну из десяти заповедей, поэтому он принес жертву за грех. Библия говорит, что грех – это нарушение Божьего закона, а согрешающий нарушил закон – Поэтому он исповедует свой грех или свое беззаконие над головой жертвенного ягненка. Затем агнца заколали прямо здесь. Священник брал часть крови, вносил ее во святилище и кропил ею за жертвенником курений во святом отделении. В чем заключалась суть такого служения? Прообразно грех переносился от человека на Агнца, а затем с Агнца во святилище посредством крови. Таким образом, грешник уходил домой прощенным благодаря крови к Агнца, которая вносилась в святилище. Здесь вы видите два жертвенника – жертвенник всесожжений и жертвенник курений – Обратите внимание на эту прямую линию, которая как отделение святилища, как мы уже говорили, составляют внешний двор, святое отделение и святое святых. Каждое из этих отделений символизирует какую-то фазу служения Иисуса в небесном святилище. Какая-то часть его служения символически представлена внешним двором, другая святым отделением, а третья святым святых. Давайте рассмотрим с вами каждую область служения Христа, которая была символически представлена каждым отделением земного святилища. Библия говорит нам, «Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею». Послание к евреям 9:26. Затем в Евангелии от Иоанна в 1 главе 29 стихе сказано, на другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Своей смертью на кресте Иисус привел в исполнение все символическое служение, совершаемое во внешнем дворе. Он, Агнец, стал жертвой за грех грешника. И теперь мы уже не приносим Агнца в жертву, когда согрешаем, потому что Иисус, Агнец Божий, взял на себя грехи мира». Итак, этот внешний двор указывал на Иисуса как на жертву. Этот жертвенник всесожжения символизировал смерть Иисуса Христа на кресте. С помощью этого служения в святилище Бог желал наглядным образом представить план спасения грешника. Но как Иисус исполнил служение, совершаемое во святом отделении? Послушайте, что говорит Павел. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье. Послание к евреям 9.24. После своего вознесения на небеса он вошел в фазу служения, совершаемого во святом отделении, оно символически было представлено служением во святом отделении земного святилища. Именно в небесном храме находится Иисус сегодня. Он предстоит и ходатайствует за нас перед Богом, как говорит текст. Святое отделение символизирует совершенное посредническое служение Христа. Обратите внимание на предметы во святом отделении, потому что каждый из них символизирует какую-то часть служения, совершаемого Иисусом в небесном святилище. Светильник символизирует Иисуса, который является светом миру, который выводит нас из темноты в свой свет. Стол с хлебами предложений символизирует Иисуса как хлеб жизни, которым мы подкрепляемся и насыщаемся. Жертвенник курений символизирует молитвы Божьего народа, а смерть Иисуса стоит между грешником и нарушенным законом. Она символически представлена хлебной жертвой, а его посредническое и ходатайственное служение было представлено его жизнью. Господь по благодати Своей приглашает нас обращаться ежедневно к Нему, чтобы мы могли жить так, как угодно Его воле, победоносной жизнью и с радостью ходить в Его истине. Это является самой радостной истиной о святилище. Обратите внимание на слова, записанные в послании к римлянам в 5 главе в 10 стихе. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Как видите, мы спасаемся и смертью, и жизнью Иисуса. Другими словами говоря, служение Иисуса в небесном святилище настолько же важно для спасения человека, как и его смерть на Голговском кресте. Потому что благодаря его посредническому служению в небесном святилище мы получаем совершенную одежду праведности и жизни Иисуса. Иисус Христос в небесных книгах изглаживает грехи каждого грешника, который раскаивается в своих грехах и приходит к нему за прощением. Смерть Иисуса на кресте дает нам прощение наших грехов. Но Господь может сделать больше, чем просто простить меня, потому что без изменения своей жизни я вернусь к прежнему греховному состоянию и буду совершать грех снова и снова и снова. Вот почему его служение в небесном святилище сегодня наделяет меня благодатью, спасающей благодатью, чтобы я мог жить такой жизнью, которая угодно Богу, победоносной жизнью, которая питается от Слова Божье и укрепляется посредством постоянного общения с Господом в молитве. Как видите, служение Иисуса в небесном святилище так же важно, как и его смерть на кресте. В то время как повседневное обычное служение осуществлялось во внешнем дворе каждый день, особое служение совершалось раз в год во святилище. То служение, которое совершалось во внешнем дворе святилища, называлось ежедневным, потому что оно совершалось ежедневно. А особое служение во святом святых совершалось раз в году, называлось днем искупления или судным днем. Служение, осуществляемое во Святом Святых, служило прообразом третьей и заключительной фазы служения Христа. В День Искупления происходило как очищение самого святилища, так и очищение израильского стана. Что это за очищение, совершаемое посредством служения во Святом Святых? Обратите внимание, как Библия выражает эту чудесную истину и да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца смиряйте души ваши, и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами, ибо в этот день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним». Левит, 16 глава, 29-30 стихи. Итак, целью служения в третьем отделении святилища, то есть во святом святых, являлось очищение как грешника, так и святилища. Давайте прочитаем 16 стих 16 главы книги Левит. «И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинью собрания, находящуюся у них среди нечистот их». Как видите, в тот день, день искупления, и святилище, и согрешившие должны были очиститься. Как же это совершалось? Обратите внимание на ритуал, который совершался в это время. «И от общества сынов Израилевых пусть возьмут двух козлов и жертву за грех, и одного овна во всесожжение». И бросит Аарон о обоих козлах жребий. Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. Левит, 16 глава, 5-8 стихи. Выбирали двух козлов. О них бросали жребий. Один был козлом для Господа, которого приносили в жертву, а другой – козлом для отпущения. Козел отпущения символизировал сатану. Итак, из двух козлов, которые избирались для этого служения, один символизировал Иисуса, а другой – сатану. Обратите внимание, что говорит Писание о козле для Господа. «И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех». Левит 16 глава 9 стих. «Итак, козел для Господа приносился в жертву на жертвенники всесожжений, кровью этого козла первосвященник кропил крышку благодати ковчега завета во святом святых. Заметьте, что говорит Библия далее. «И заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что дело с кровью тельца, и покропит ею на крышку и перед крышкою». Левит 16 глава 15 стих. Конечно, крышка благодати располагалась здесь, во святом святых, Заметьте, только один раз в год пересвященник входил во святое святых. И вместо того, чтобы кропить кровью пред жертвенником курений во святом отделении, первосвященник кропил ею крышку благодати во святом святых. Заметьте, что в то время, как эта кровь вносилась во святое святых, нечто необычное происходило со святилищем. Читаем в Библии. «И очистит святилище», Левит, 16 глава, 16 стих. Первосвященник во святом святых совершал служение очищения святилища. Возможно, вы спросите, почему святое отделение нуждалось в очищении? Обратите внимание, что говорит продолжение этого стиха. «От нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их, так должен поступить он и со скинию и собрания, находящиеся у них среди нечистот их». Вы помните, что ежедневно кровь жертвенного животного вносилась во святое отделение, и ею кропили завесу в храме. Посредством этого служения грешник освобождался от своего греха, а грех вносился во святилище, когда священник кропил кровью перед завесой. Другими словами говоря, все грехи израильского народа накапливались во святилище в течение года. Теперь наступало время для очищения скини от них». Как вы помните, о двух козлах бросали жребий. Давайте рассмотрим, что происходило со вторым козлом. Помните, первого козла, козла для Господа приносили в жертву. А теперь рассмотрим, что говорит Библия о втором козле и совершив очищение святилища, скини, собрание и жертвенник, приведет он живого козла и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню. Левит 16 глава 20-21 стихи. живого второго козла не приносили в жертву, но его приводили тогда, когда завершалась работа очищения святилища. Это символическое служение указывало на причастность и ответственность сатаны за грех, страдание и смерть. Это исповедание грехов над головой козла завершало собой особое служение Дня Искупления. Посредством этого служения указывалось на тот факт, что сатана единственный несет ответственность за грех. Заметьте, козел отпущения никогда не приносился в жертву. Только Иисус является агнцем, закланным за наши грехи. Это служение совершалось для того, чтобы продемонстрировать всей вселенной, что только сатана виновен в существовании греха. Для того, чтобы Христос мог осуществить очищение святилища от грехов, необходимо было провести судебный процесс – Поэтому это служение в ветхозаветние времена называлось судными днями. Это был радостный день в стане израильтян, потому что они знали, что в этот день святилище очищалось от их грехов. Слава Богу за то, что Он совершает это служение, если мы просим Его об этом. Иисус уплатил достаточную цену на кресте. Ничто не может дополнить Его жертву. Целью суда является показать Вселенной, что сатана, а не Бог, несет полную ответственность за последствия греха. В этом заключалась функция козла отпущения, который нес на себе наказание за грехи израильского народа. Святилище и служение в нем символизировало три фазы служения Иисуса. Первая фаза – жертвенное служение. Вторая фаза – посредническое служение. И третья фаза – заключительный суд. Его жертвенное служение завершилось на кресте. Его посредническое служение началось тогда, когда Он вознесся на небеса и сел одесную Отца. Это служение будет продолжаться вплоть до второго пришествия. Третья фаза – очищение небесного святилища от греха, которое символически было представлено служением во святом святых. Очищение земного святилища символизировало работу суда и очищение небесного святилища. Вы помните, изучая восьмую главу книги пророка Даниила и пророческий период 2300 пророческих дней или буквальных лет, ангел сказал, что святилище очистится в конце 2300 лет, или как мы установили на прошлой лекции в 1844 году. Итак, в 1844 году Христос начал третью фазу своего служения, символически представленного служением во святом святых, то есть работу суда. Библия говорит, что суд должен состояться перед пришествием Иисуса по трем причинам. Первая, когда Иисус придет, Он принесет возмездие каждому по делам Его – Читаем 11 стих 22 главы книги Откровения. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Если Христос принесет возмездие с собой, значит до его пришествия будет принято решение, кто какой награды достоин. Иисус также говорит, что по пришествии он отделит овец от козлов было бы странным проводить работу суда после того, как некоторые будут взяты на небеса. Поэтому, согласно Библии, судебный процесс должен начаться до возвращения Иисуса. Вторая причина ⁇ в день искупления в Ветхозаветние времена, если кто-то вспоминал о грехе, который не был исповедан, он все еще имел возможность принести жертву за грех в день искупления. Это указывало на тот факт, что и сегодня грешник может получить прощение и спасение в то время, как Христос совершает свое заключительное служение в небесном святилище. Третья причина – в конце для искупления козел отпущения отсылался в пустыню – Позже, при изучении 20 главы Откровения, мы узнаем, где будет находиться сатана в течение тысячи лет, которые начнутся с вторым пришествием Христа. Весь судебный процесс совершается по той причине, по которой сатана будет отправлен в пустыню. С 1844 года Иисус, наш первосвященник, выполняет заключительное служение, как нашего ходатая во святом святых небесного святилища. Он выполняет работу заключительного суда. В то время, как Христос совершает работу суда, Он все еще ходатайствует за нас. Он продолжает служение, начатое во святом. Он совершает работу заключительного суда. Слава Богу за то, что в небесном святилище наш первосвященник не только наш судья, но и наш защитник, который ходатайствует за нас. Слава Богу за это! Давайте подведем с вами итог изложенного материала во время нашей сегодняшней лекции. Давайте еще раз рассмотрим основные моменты этой лекции. Порочество Даниила о 2300 годах закончилось событием, называемым очищением святилища. Для того, чтобы понять, что собой представляет это событие, нам необходимо рассмотреть, что такое святилище. На горе Синай Бог дал повеление построить святилище. Он повелел соорудить его, потому что желал обитать со своим народом. Земное святилище состояло из трех отделений. Внешнего двора, где находился жертвенник всесожжений. Здесь священник кропил кровью жертвенных животных во искуплении грехов народа. Внутри святилище было разделено на два отделения – святое и святое святых. Во святом располагались – жертвенник курений, стол с хлебами предложений и семисвечный светильник. Во святом святых находились ковчег завета и слава Божия. До дня искупления никто не имел права входить туда. Однако один раз в год, в день искупления, первосвященник входил во святое святых и кропил кровью жертвенного животного престол благодати. Это символизировало собой уничтожение накопленных в течение года и исповеданных грехов. Это служение называлось очищением святилища. Но важность служения в земном святилище для нас, живущих сегодня, заключается в том, что земное святилище было прообразом небесного и указывало на работу искупления Иисуса Христа. Когда Иисус умер на Голгофе, Он стал жертвой за наши грехи. Подобно тому, как жертвенные животные в ветхозаветние времена должны были быть совершенными, так и Христос был совершенной жертвой, предложенной Богу. Однако существует одна существенная разница между ними. В ветхозаветние времена жертвы должны были приноситься снова и снова, а Христос один раз отдал Себя за грехи всего человечества. И этого было достаточно. Христос не только исполнил три вида служения и жертвоприношения, но Его служение являлось отражением служения, совершаемого в трех отделениях святилища. Подобно тому, как внешний двор служил для принесения жертв, так и Христос принес себя в жертву. Подобно тому, как во святом отделении священник совершал служение, ходатайствуя за грешников, так и Христос стал нашим ходатаем. И подобно тому, как первосвящение входил во святое и святых в день искупления, так и Христос ведет судебный процесс». Посредством этих ритуалов, совершаемых в Ветхозаветнем святилище, Бог указывает на работу Христа в деле спасения людей. На Христа указывало все служение во святилище. Он был истинной жертвой, который умер за грешников, а теперь он выполняет служение истинного первосвященника, ходатайствуя за грешников. Он также выполняет работу суда. Но что такое суд? Кто будет судим и когда начнется судебный процесс? Это тема нашей следующей лекции, тема насущная для нас, живущих сегодня. Спасибо, Антони. Самой великой истиной для нас является истина, что Иисус, великий первосвященник, обещает не только простить нас, но наделить нас силой вновь не грешить. Я нуждаюсь в этом, а вы? Если бы Иисус только прощал наши грехи, мы бы возвращались и совершали их вновь и вновь. Но благодаря Его посредническому служению мы можем быть наделены Его силой, и у нас не возникает желания снова грешить. Рады ли вы тому, что имеете такого Спасителя? Я – да. Необходимо воздать Богу благодарность за то, что Он не только прощает нас, но и наделяет нас силой не грешить. Если вы желаете это сделать, я приглашаю вас склонить наши головы для молитвы и поблагодарить Господа за чудесную истину. Наш небесный Отец, мы благодарим Тебя за дар, данный нам Иисусом. Мы благодарны за чудесную истину, которая записана в Твоем Слове. Благодарим за то, что Иисус не только умер за нас, но сегодня Он ходатайствует за нас в небесном святилище, наделяя нас силой жить согласно Твоей воле. Какая чудесная и славная истина. Дорогой Господь, спасибо за Иисуса, спасибо за то, что Он сделал для нас. Мы желаем полностью посвятить свою жизнь Тебе. Благослови каждого зрителя, каждого слушателя. Объедини нас узами своей любви. Во имя Иисуса просим. Аминь. С нетерпением ожидаю встречи с вами во время нашей последующей лекции под названием «Суд без присяжных». Мы рассмотрим много интересных вопросов. Например, почему суд является радостной вестью для праведных? С нетерпением ожидаю встречи с вами, а пока пусть Бог благословит вас. До свидания. Шановні друзі, Християнський радіотелецентр Голос надії пропонує заочні біблійні курси для всіх бажаючих вивчати Біблію. Навчання та матеріали безкоштовні. Серія уроків нове життя відкриває для вас біблійне бачення світу. А для тих, хто прагне до більш поглиблених біблійних досліджень, пропонуються уроки серії Сіла Возрождення. В першому уроці подані всі умови навчання. Заяви надсилайте на адресу. Киев 70.